Приветствую всех любителей хорроров на своем канале. С вами снова Женек, и сегодня мы будем играть в игру Slender Long Night. Погнали начинать. Так, у нас что здесь? 6 глав у нас. Ну поехали. Ух. Я должен найти пропавших детей. 14 детей. Все они пропали странным образом. Все указывает на то, что их похитило нечто непонятное. Можно даже сказать необъяснимое. Я должен до туда добраться. В городке, в котором они жили, люди шепотом говорят про какого-то Слендера. Какого такого Слендера? О. Ну, в принципе, ясно про какого. Окей. Слендер, длинная ночь. Так. Подожди, у нас не убирается, что ли, вот эта вот штука? Камера, так сказать. Ну ладно, ладно. Я читал об этом месте. Это одна из двух больниц, в которые отвозили тех детей. Мне нужно собрать. Что? Блин, не успел. Так, дальний и ближний свет, да? Еще что-нибудь есть у нас? Собрать записи врачей надо нам. Я не могу уйти отсюда, не узнав, что здесь произошло. Так, батареечка. Дневник. Нажмите Tab. Угу. Хорошо. Зум. Shift-бег. Зум. Фонарик. R его перезарядка. Окей. 20 декабря 92 года. Тихо. Прям сразу. Блять. Ты чё нахуй? Прошу прощения. Блин, не-не-не. Так нельзя, подожди. Тихо, блять, что происходит? То есть прям вот так вот игра сразу. Блин, да ну нахуй. Блять. Ну это жопа какая-то. Так, записки. Первый из них пришла в себя, просит карандаш и листы бумаги, принимается рисовать. Деревья, круги, силуэт человека. Странные это рисунки. Этот когда-то работавший госпиталь, ныне представляет жуткое зрелище. Такое ощущение, что он заброшен уже лет 20. В принципе, я так понимаю, так оно и есть. Ну блин, какая-то жопа. Так, еще одна записочка. В принципе, пока можно без фонарика. Записки, попытка общения. Общаются они крайне мало. Это больше похоже на мычание. Только одно слово не произносит четко. Слендер. Так. Блять. Ёб твою мать, ну ты чё, так и будешь, что ли, так делать, а? Ну чё за приколы? Так, погодите-ка. Чё за звуки? Так, батарейку перезарядили. Я не знаю, собрали мы всё или нет на том этаже. Но мне хочется быстрее свалить уже отсюда. Блять.
Я привыкну. Так, записка еще одна. Пошел в жопу. Исчез. Буйность. Когда их пытаешься чем-то отвлечь, они начинают кричать. Они постоянно просят уйти гулять в лес. Говорят, что их там кто-то ждет. Так, пока. Кроме вот этих скримеров, ничего такого. Другая больница. Состояние некоторых настолько плохое, что мы отвезли их в другую, более крупную больницу. Я узнал все. Валим отсюда. Можно? Сколько записок-то хоть? Тихо. Ну давай. Блять, я застрял, что ли? Ну. Блять. Ну боже мой. Ну заканчиваю я. Ёптань. Не-не-не-не. Нормально все. Собраны не все записки. Так, это выход получается, да, у нас? Сколько записок хотя бы должно быть? Я узнал все. И не знаю, что вам там еще надо. Их отвезли в другую больницу. Что еще нужно? Валим в ту больницу уже. Они почти здоровы. Некоторые почти приходят в себя спустя пару недель. Но они говорят, что ночью к ним все равно тянутся длинные руки. Ах ты, Слендер, озорник маленький. Так, ладно, возвращаемся назад, я так понимаю, блин. Чё, блядь? Он там, что ли, я не пойму. Сука. Тварь. Бегство. Одна из них сбежала. Поверить не можем всем персоналам. Сбежала в лес. Отправили полицию на ее поиски. Вторая больница. Несколько тим. Отвезли во вторую местную больницу. Там их точно спасут. Не, ну не знаю. Как там их спасут? Теперь я могу свалить? Или все же мне надо обратно на второй этаж, наверное, все же идти. Потому что там, я думаю, я не все обошел. Так, давай-ка с той стороны еще проверим. Да, вон записка еще. Социализация. Они ведут себя в обществе других больных очень странно, словно их не замечают. Они постоянно смотрят в окна. Словно ждут кого-то. Они говорят, что он скоро сюда придет и заберет их. Ну и бред. Согласен. Пошел ты, блядь, в сраку. Пожалуйста, дайте мне уйти отсюда. Уровень пройден. Fuck you, Slender! Стоит он, блядь, там, понимаете, Ли. Так, ну сейчас-то где мы? Во второй больнице. Так, батареечка сразу же. Довольно обширное пространство. Лес. Высохшая река и огромный мост. Когда-то здесь каждый день ходили десятки судов. Мост постоянно работал. Но с приходом Слендера исчезли и люди, и какая-либо активность сооружений. Так, что-то здесь прям, не знаю, подлагивать начало. Похоже, что с записками покончено, мне пора... Блять, что? Придется искать отсюда выход.
Ну, окей. Валим. Я читал, что рядом с этим госпиталем есть блять, мост, возможно, и найду. Но этот Слендер еще тот, сучка. Давай направо пойдем сразу. Тихо. А вон мост. Ой, ой-ой-ой. Тихо. Подняться можно? Нет? А как мне на нее забраться-то, блядь? И откуда хотя бы начало моста, блядь? Тихо-тихо-тихо-тихо. Без паники. Что за пиздец? Я его даже не видел. Так, ну как явно не той дорогой, муж же был там. Знаете, подъемный мост явно. Мост явно имеет где-то подъем на него. В виде лестницы лучше всего идти искать вдоль берега. Так. Вдоль берега, ну. Вот уже берег. Слева, что ли? Туда идти нам дальше. Валим. Грузовичочек. Что за бред? Ну вот же, блядь, лестница. Пиздец. Ну стрёмно же, блядь, ребята. Беги, сука. Сюда, да? Сюда я правильно бегу? Блять, он там, что ли? Да идешь ты правильной дорогой. Ладно, неправильный. Ой. Ой. Такой, блядь. Сюрпризик. Я уже в ебеня зашел. Камни. Давай попробуем по ним пойти, я не знаю. Здесь же нас опять не пустят, я так понимаю, да? Пиздец какой-то. Куда идти-то? Мне кажется, нам туда вот сейчас налево надо поворачивать. Блин, пипец, я уже весь мокрый просто. Да. Так, пока все тихо, спокойно. Кстати говоря.
Нет, зайти мы никак не можем. Фонарик у нас садится. Блин. Ну ё красота. Ой-ой-ой-ой. Что там начинается-то, блядь, опять? Слушай, ну я видел только... Только одну лестницу. Но эта лестница не на мост, получается. Опять же нас не пускает никуда почему-то. Я не понимаю, почему. Что там такого-то, блядь, там река. Все, батарейка села. Тихо. Так, это что-то поехало там. Так, ну вот лестница, это единственная лестница, блядь. На нее не хочет никак забираться. Туда нас не пускает. Никак вообще. Он говорил, крюк обогнуть. Возможно, может вот так вот обойти. Ну, блин. Это будет долго. Блять, батареек нету. Ничего нету. Мы все умрем. Ну там же детишки, да? 14 детей. Почему 14? Что-то там слева было. Беги! Ну и куда мы пришли, блять, опять? Тихо. Там есть проход у нас. Ой-ой-ой. Ветра нам не хватало, да, конечно. Так, не оглядываемся назад. Потихоньку. Ой, ну, блядь, Зорник, заканчивай. Я все понимаю, конечно. Ой, там опять что-то было, что-то было. Что-то щелкает постоянно. Так, грузовик. Блядь, тварь. О, свет. Ну почему ты здесь пройти не можешь? Так, я думаю, мы двигаемся в правильном направлении. Аккуратненько. Все вроде нормально, потихонечку, потихонечку. Похоже, что мост не опущен. Мне нужно выбраться отсюда и перейти этот мост. Как-то нужно его опустить, забраться наверх. В смысле не опущен? Чё ты начинаешь-то, блядь, мозгоёбить, как обычно? Прошу прощения, конечно.
Валим. Валим нахуй. Так, чё там? Чё записочки? Так, я понял. Ничего нового, короче. Я так понимаю, в дом зайти нам не дадут. Как нам опустить мост? Не дадут. Возможно, здесь что-то нужно делать. Я не знаю. Ай-яй-яй-яй-яй. Не объяснит, кто... Точнее, кто мне объяснит, что только что я, блядь, слышал? Что это было? Я вообще, блядь, в ахуе. Тихо. Он сзади. Где-то был сзади. Вообще, блядь. Мурашки просто, просто мурашки. Какашки. Так. Так, а чё? Пустить мост. Найти способ, как опустить мост. Нужно подняться на самый верх. Ты где? Тихо. Чё я сюда пройти-то не могу, блядь? Эти батареек нету опять. Так, я поднялся на самый верх, окей. Дальше что? Мать его, дальше. А, нет, не самый верх получается. А он, кстати говоря, слендер в воздухе почему-то. Не знаю, может он настолько его апгрейднули, то что он уже и по воздуху хуярит. Но это не очень хорошо, что он умеет летать уже. Так, давай, 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 давай. Да давай! Нам с той стороны быть. Скалолаз херов, блядь. Надеюсь, я туда иду. А еще выше там? Ну, блядь. Тоже просто неприлично. Блядь. Ты задолбал. Хули тебе надо, сука. Подонок. Да не см... Ай, ай, ай.
Тихо. Не смотрю я на тебя. Так. Так, так. Ой. Ключ. Взял ключ. Ну а где мне его подать-то? Питание ваше, блин. Батареечку. Срочно. Так. Куда мне там засунуть-то? Так, опустить. Ну это мы опустили уже. Починить мост. Кнопка. Пускай не моста не работает, нужно пойти в генераторную и запустить питание, но она закрыта, стоит поискать ключ. Наверняка он рядом. Да, рядом. Я даже... Ключ-то я нашел. Она даст питание. Куда ключ-то? Да я понял. Ключ куда мне всовывать? А, подожди. Так. Мы включили. Валим назад. Уху-ху-ху, здесь штормит-то. Оу. Слендер. Так. Оу. Хоть там прыгать, блядь. Так, ну и чё то, что мост-то мы опустили? Что нам это дает? То, что мы молодцы, это понятно. Блять. Ты дурак? Куда нам идти? Чихо. Да отстань ты, а! Задолбал, блядь. Так, ну опустили мы мост, окей. Что далее? Воу. Ему все не имется. Я вот сейчас немного не понимаю, если честно, что толком мы его опустили, что нам нужно делать теперь. Немножко
в непонятках. Оу, упал. Туда и нам явно не стоило. Сейчас я просто возвращаюсь назад. Спрашивается, для чего? Так, там это, что это у нас? Блядь. Козёл, сука. Ну-ка, ну-ка. Да погоди ты, ёптанть. Эть. Явно не сюда. Может быть сюда? Нет. Ладно. Ты задолбал ты, а? Тут тоже дверь не открывается. Так, что нам делать-то? Идти назад? Чувак, ну скажи что-нибудь. Что нам предпринимать? Я не понимаю твоих действий. Для чего мы, блядь, опускали этот мост? Так, вышли мы. Окей. Тут возможно что-нибудь. Ёб вашу мать. Нет. Блять, а он уже там стоит, его пропал. Он там стоит. Так, ну, если честно, сейчас я немножко в ступоре. Для чего мы это делали? Я пока что не пойму. О. Тихо. Пропал, да? Все можно. Сейчас попробуем еще разочек подняться на мост. И глянуть. Так. Тихо. Мы же тут этот мост, получается, опускали, нет? Блять! Куда я провалился-то теперь? Нет, ну... Боже мой! Тихо. На мосту стоит что-то. Все, отошел.
пошел ты уже, блядь, нахер, а? От меня. Подальше. Здесь все завалено. Здесь бочонок. Соответственно, нам не пройти. А, тихо, блядь. Господи. Боже ж ты мой. Так, ладно. Пока прерву запись. В общем, нашел я там выход. Ничего там сложного не было, по сути. Забраться на мост и с другой стороны спуститься. Вот. А сейчас оказались в бункере гигантском. Я здесь немножко полазил, как вы можете уже видеть, по заряду моей батареи, да и по времени справа. Вот. Дальше, соответственно, записывать я не буду. Можно сказать, так первый взгляд был на игру. Возможно, допройду ее. В принципе, там серию две можно еще записать. Хоррор ничешный. Особенно понравилось то, что локализирован. Даже не локализирован, а уже, по-моему, русскими разработчиками вообще делался. Вот. Поначалу пугал, потом там я уже немножко сам затупил, там атмосфера улетучилась уже. В принципе, на этом все. Первый взгляд по Slender Long Night заканчивается. Так что всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось так же, как и мне. С вами был Женек. Всего доброго, до встречи.